Numerom 10, gospoda Pivovarová, mit s jejo Dobermanom. Sled, mogu skazat, komplet sled byl vdelaný atlično. Problémy byli pri prvom predmete, čuť bolo korektnej. Nada, čo by obaznačil. Ugly
karektné boli. I pred predmetom, pred starým predmetom, sabáka čuť bolšie tempo vzdelala posledné metry. Potom obaznačenie хорошие, но после обозначения тоже нужно, чтобы собака более концентрированно сделала от предмету к предмету, и от предмету собака не имеет концентрацию, как мало в остальных местах на следу. Сегодня отлично, 97. Thank you.
Марин, присядешь? Делаем без поводка. Собака должна двигаться плотнее на разворотах. И, к сожалению, развороты показаны в разном стиле. Очень хорошо. Усадка и движение без замечаний. Укладка и движение. В развитии собака должна двигаться плотнее. Требуется две команды для того, чтобы собака легла, плюс проводник оказывает помощь. Движение к проводнику должно быть более целеустремленное. В фронтальной позиции собака должна сидеть более прямо, удовлетворительно. Остановка и движение. Основная позиция развития без замечаний. Собака должна двигаться к проводнику более целенаправленно, фронтальная позиция должна биться более прямо. Хорошо. Апортировка на 20 поверхности. В основной позиции собака сидит спокойно. Должен быть более уверенный подъем предмета. Собака должна более спокойно и крепче удерживать предмет. Хорошо. Апортировка через барьер. Собака сильно задевает препятствие при прыжке вперед, еще сильнее при прыжке обратно. Роняет предмет. Проблема с занятием фронтальной и основной позиции. Недостаточно. Апортировка через наклонную стену. Прыжки сильные, однако предмет должен удерживать крепче и спокойнее. Очень хорошо. Выслал вперед с укладкой. Удаляется от проводника быстро и целенаправленно. Требуется две команды на укладку, причем вторая команда дана проводником поздно, когда собака уже двигалась в направлении проводника. Недостаточно. Укладка при отвлечении без замечаний. Сегодня удовлетворительно 78. Thank you.
Мила. Обыск укрытия. Первая должна была бежать, собака должна была бежать быстрее. Должна была не подходить к проводнику. Второе, пятое укрытие не отбежала собака. Оценка недостаточна. Удержание и облаивание. Собака должна сразу начинать облаивание. Облаивать более активно и быть более напористой. Оценка очень хороша. Предотвращение побега.
показывает хорошее послушание и управляемость. Бежит хорошо к фигуранту и делает хороший захват. Но должна работать чуть более энергично. И хватка должна быть спокойнее. Оценка хорошо. Контратака. В общем, должна работать более решительно. Показала полную и спокойную хватку. Чуть лучше должна отпускать рукав. Оценка очень хорошо. Задний конвой. Отлично. Нападение из заднего конвоя. Собака должна работать энергичнее. И хватка должна быть полнее. Оценка хорошо. Лобовая атака. Собака должна работать энергичнее. Должна держать хватку. Первый раз она не получилась ухватить рукав. Вторая хватка была неполная. Оценка недостаточна. Контратака. Еще немного энергичнее должна работать собака. Показывает хороший боковой конвой. ТСБ еще выражено. Удовлетворительность 78.